Так, ну тут мы покупались. Водичка мелкая, чуть выше колена Артемки. Ну, мы зато приняли вместо утреннего умывания такую вот водяную ванну водную. Водную процедуру обеспечили. Водичка прохладненькая, ну мы так плюхнулись и вылезли хорошо. Тут тихо, деревенька, поселок. Тут в супермаркете закупились и рядышком пляжу был, заехали к навигатору у меня. Вот так вот мы тут. Такая вот речушечка маленькая.